упражнение «Выпады в шаге». Мы выполняем выпады в движении. Делаем шаг вперед, сгибаем все рабочие суставы колена и тазобедренный. Встаем за счет спереди идущей ноги и продолжаем движение вперед. Следим за прогибом в поясничном отделе. Мы можем слегка наклонять корпус вперед для того, чтобы обеспечить наилучшее натяжение ягодичных мышц и мышц заднего бедра. Следим за коленом, чтобы при сгибании спереди идущей ноги угол между задним бедром и голенью был 90 градусов. Выполняем выдох при усилии